Доброе утро, в студии Олег Богданов. Начинаем наш утренний обзор. Заканчивается, наверное, самая бурная неделя за последний год, а может быть даже несколько лет на российском рынке. Очень серьезные были изменения валютного курса. Глобальные рынки тоже штормило. Здесь вся торговля шла под знаком торговой войны с Китаем, будет, не будет, в какой форме, и события в Сирии будут бомбить, не будут бомбить, естественно, вот все эти события держали трейдеров, спекулянтов, инвесторов в очень серьезном напряжении. Сегодня день вроде бы спокойный, открывается торговля, открылась уже торговля в Европе и Российской Федерации. Ну и здесь на открытии везде наблюдается небольшой рост. У нас 0,7 РТС, индекс московской биржи на одну десятую европейская торговля пока, ну, чуть немножко немецкий DAX подрастает на 0,3 фуси 100 флетовой. Валютный рынок. Тут очень интересная диспозиция. Вообще, конечно, на эту тему надо поговорить, потому что вот то, что случилось с российскими компаниями частными и дальнейший ход событий да, на российском рынке валютном, он многих заставил задуматься вообще над глобальными тенденциями, так сказать, на, валютное, на валютном рынке, глобальными тенденциями в макроэкономике и, собственно, геополитике. Прежде всего, это влияло на ситуацию. Так вот, это решение американского правительства, Министерства финансов, таким образом заблокировать деятельность частной компании Русала и других на территории Соединенных Штатов, может стать очень плохим прецедентом для не только российских компаний, но и для других компаний. Поэтому очень много сейчас вопросов возникает, а стоит ли иметь такой риск на балансе, заключать сделки в долларах, иметь доллары на балансе в большом количестве, я имею в виду, золотовалютные резервы держать в таких объемах, вот об этом себя спрашивают китайцы, статей очень много в местной прессе на эту тему. Ну и вот эти все движения... Они, естественно, американского правительства, санкционные темы, они создают определенную такую гремучую смесь на рынке. И возникает главный вопрос, а куда идти, что выбирать, сказать, какую валюту баланса основную выбирать, если это не доллар, ну, значит евро. Но с евро, ну, смотрите, 1.2326 курс единой европейской валюты. Да, евро мог бы стать такой валютой, если бы не одна проблема. Как только евро начинает расти, начинается очень серьезная проблема у немецких экспортеров. И в этой, с этой точки зрения Европейский центробанк при любом случае, при любой возможности сразу использует сверхмягкую монетарную риторику или политику, которую он проводит операции количественного смещения, Правда, они в сентябре их закончат. А, а, еще один нюанс, да, вот эта слабая политика, слабая слабая политика европейского центробанка, она евро не дает расти протоколы были опубликованы буквально, по-моему, вчера. Плохие данные по промпроизводству вышли в еврозоне, и евро на пол фигуры упал. Но вы посмотрите, что сейчас ну, евро глубоко не падает. То есть могли бы падать, конечно, и по фигуре, по две и так далее. А Все-таки какой-то, так сказать, Тайный покупатель постоянно присутствует или э, тайный поток, а такой в евро, он присутствует. И мы видим, что сформировалось вот это боковое движение, тут треугольник можно нарисовать. И где-то будет выход. А выход здесь может быть очень серьезный в паре евро-доллар. В контексте тех решений, которые принимают, вот почему я такую тему и проблему сформулировал, в контексте тех решений, которые принимает американское правительство, сейчас самая актуальная тема для финансистов, какая валюта фондирования станет после доллара, что будет после доллара, да? потому что такой риск высокий держать в долларе, а политика США непредсказуема, сегодня Россия, завтра китайские компании, может быть, еще какие-то компании могут стать э, по, прицелом э, целью Извините, для санкций. Соответственно, здесь нужно минимизировать эти риски. Главный, конечно, вопрос к нашим властям и к руководству Русала, почему они этого не делали. Но ну, никто не мог предположить, что именно в такой форме будут сделаны санкции, те ограничения, которые пришли. Вплоть до того, что вообще отсюда, отовсюду их выкидывают, потому что американцы пригрозили и банкам европейским, и структурам, которые занимают, имеют бизнес с тем же Русалом, двойными санкциями, то есть вторичными санкциями. И вот это заставляет всех полностью, соответственно, там, с комплайенсом закрывать любую работу, работу с санкционными компаниями, с компаниями, которые попали под санкции Соединенных Штатов, российскими компаниями. Вот это, конечно, меняет правила игры на глобальном рынке, не только для России, но и для всех. Поэтому здесь нужно думать, куда уходить от доллара. И, конечно, единая европейская валюта, несмотря на все минусы и то, что темп, рост евро может в общем-то, серьезно подорвать экономику, да и отрицательные доходности по европейским облигациям, вот это все, конечно, создает определенный, замедляет ход укрепления единой европейской валюты. И, соответственно, здесь, вот сейчас, если уровень 1.25 будет пройден, 24, там 25, вот этот уровень сопротивления, то дальше евро вполне может на 1.38 уйти. Понимаете, а вот, ну, даже мы надо линию трендовую, наверное, тут нарисовал было бы. И вот эта трендовая линия, наверное, мы сюда и, и уперлись сейчас. Да, скорее всего, вот так и происходит. Вот, вот значок нам мешает. Ну, ничего. Вот, да, мы уперлись в эту трендовую линию. Если евро прорывает этот тренд в ближайшее время, то будет очень быстро. Я даже не говорю там 1.30, а может быть и 1.36, и 1.38. Исходя из фундаментально, из э, э, того, что доверие к, до, к доллару подорвано, как бы мы ни говорили, как бы, так сказать, российская тема это в стороне, но в целом вот эти все действия американцев, они подрывают да, доверие к доллару инвесторов. И мы это можем наблюдать, кстати, это мы можем наблюдать вот на рынке облигаций американских. Вы посмотрите, как вот активно продавать начали короткие бумаги. Годовые 2,10 доходность, до инверсии уже скоро недалеко, 2,35 двухлетние. Пока, так сказать, не сильно развивается динамика в длинных бумагах, но все равно они идут вверх по доходности и вот эта тенденция, она четко показывает, что все-таки выходят и доходности-то растут, несмотря на то, что инфляция это невысокая была, данные по инфляции в США высокие, да и статистика не очень такая впечатляющее последнее время из Штатов, штатов приходит, а доходности растут. Да, может быть рисков меньше. Вот эта ситуация, там, когда Трамп пишет, ракеты запускаем или ракеты не запускаем, она, конечно, создает интригу внутри дня, там на, на два, на три дня. Или там, с Китаем заключаем соглашение или не заключаем. Тоже такая интрига краткосрочная. Глобально ситуация не изменилась. Недоверие к американским долгам гигантский государственный долг при замедлении темпов роста это становится очень серьезной проблемой США и при преслед... следующий фактор это вот то что они делают по отношению к компаниям. А теперь и российская история. Да. Ну, у нас, давайте сразу на рубль посмотрим. Так, на валюту рынке. Да, фунт, вот фунт приобрел новые, так сказать, заблестал новыми чертами в связи с этими всеми делами. идет вверх, достаточно динамично, вот заметно, что его покупают активно. Здесь тоже ситуация изменилась. Я думал, что его все-таки будут продавать. Но вот это вот за прошлую неделю подходы у многих, видимо, изменились. И сейчас фунт с точки зрения той же техники. фунт имеет хорошую перспективу, прорывает эту линию и выход куда-нибудь в район 45, 1,45. Да, вот, вот эти перспективы рисуются у фунта. Доллар-рубль. Ну, пока откатили, да, максимально 65 было утром в среду почти, да, тут нету этой цены, но я видел 65, 61, 40. Успокаиваются вроде бы игроки, каких-то крутых мер пока не последовало. Но нужно понимать, что вот тот сигнал, который дан был Соединенными Штатами, он, видимо, будет развиваться в направлении ужесточения. Дальше нужно ожидать какие-то санкционные решения по отношению к нашим финансовым институтам. Вот уже гуляет информация о том, что в списке российские банки крупнейшие если курс счета заморозят вообще не будет понятно, как они будут в долларах операции совершать через банки корреспонденты каким-то образом ну, долларов то у них нету ну в общем всем нужно переходить на евро как это делают в, в том же Русале. и здесь очень интересная э, ситуация заключается в том что э, вот э, вот эти выходы э, не резидентов они такие спорадические и достаточно нервные то, что процесс начался, он будет продолжаться, поэтому, э, ну, вот да, движение, амплитуда, волатильность очень высокая, но э, как они выходили по, на, по моему опыту, ну, я следил за этими процессами с 90-х годов и далее, они выходят монотонно, там понедельник, вторник, среда, четверг, практически э, активность с 12 до часу или там с 11 до часу, а потом обед Потом снова активность у них с открытием Нью-Йорка. Ну, то есть при заявке приходят, заказы приходят, на ликвидацию позиции они продают. И начинается движение в это. И они, открытие Нью-Йорка, это где-то у нас 16-18 часов. Вот это основные такие продавцы, которые, не резиденты, которые активно работают в этот период. В пятницу они отдыхают. Поэтому сегодня можно наблюдать вот эту коррекцию. Посмотрим, что будет еще с Лондоном, с открытием Лондона. Но ну, по большому счету, конечно, фундаментальные вещи не интересуют никого. Ни цена на нефть, ни так сказать, общая макроэкономическая стабильность в Российской Федерации. У них главная задача выйти из рынка. И эту задачу они вот периодически так сказать, с амплитудами определенными, то есть активность растет или там снижается, они эту задачу будут решать, потому что риск очевиден. В этой ситуации держать большие активы, инвестиции в российские активы, ну, становится достаточно рискованной ситуацией, потому что есть корпоративный риск, частный риск, но он переносится на суверенный риск. Поэтому они будут потихоньку, так, иногда активнее, иногда менее активно выходить. И э, волатильность рублей увеличится, усилится, соответственно, давление будет продолжаться. И если это все еще наложится на глобальные проблемы, на глобальную панику, а это нельзя исключать, ну, допустим, этой осенью, может быть, и раньше, потому что сейчас с таймингом вообще очень сложно что-то предложить и что-то, что сказать, решить. Так, индексные, так, вот у нас. То вот этот завал в том же Нью-Йорке пока никто не отменял. Идет такая отработка уровня, 200-дневный скользящий средний, Рынок туда пытается, э, доходит и потом пытается отскочить. Ну вот это видна эта ситуация, да, вот и в SP 500. Соответственно, давайте немножко сдвинем, вот так вот лучше будет. А, соответственно, вот эта модель, если она реализуется, это будет 20%, а то может быть и больше падения американских индексов. Это будет связано и с глобальными продажами, и с ростом рисков, поэтому э, общая ситуация а, негативная для российских инвесторов, ну не только для, а для тех, кто инвестировал в российские активы, они пока могут спокойнее выходить, потому что, конечно, действительно несоответствие фундаментальных факторов и тому, что происходит на валютном рынке. Но при ухудшении общей конъюнктуры этот процесс будет усиливаться, поэтому скачки вот сейчас до 65 скакнули, стабилизировались, дальше скачок, наверное, до 70. И надо смотреть, конечно, по ситуации. Поэтому вот длинных позиций то есть, в рискованных активах держать не следует. Нужно сокращать. Хотя а наши акции выглядят как сейф некоторые, некоторые. Да, в рублях они вообще стабилизировались и не падают, так что здесь можно какое-то убежище рассматривать. Но это пока не падает глобальный рынок. Если глобальный рынок начнет заваливаться, тогда уже спасения не будет нигде. И нужно искать, естественно, выходы какие-то только где-то вот в, в каких-то инструментах, которые будут застрахованы от системных рисков. Вот с этим большая проблема, над этим надо думать, куда убежать и где пересидеть, и э, всю эту турбулентность, э, вот, и не доллары, и не рубли. Э, э, поэтому давайте вместе думать, в 16.15 наш прямой эфир, задавайте вопросы, поразмыслим мы на эту тему. Это все, с вами был Олег Богданов, до свидания.